поместили в инкубатор. Вот сегодня уже 3 сентября. Некоторые яйца, если видите, пробелы. Некоторые яйца я удалил, потому что явно они были неоплодотворенные. И, соответственно, они... И вот мы видим, что половина, наверное, яиц приобрело такую розовую окраску. Ну, так они выглядят. В остальном они выглядят очень хорошо. Ровно, без плесени. Сегодня 13 ноября. Вытащил некоторые яйца, которые мне показались пропавшими. Одно яйцо, несколько яиц разрезал, и одно яйцо оказалось с эмбрионом. Вот после чего я перестал резать яйца и сохраняю теперь все, даже которые выглядят пропавшие. Вот здесь сегодня 24 ноября, и я решил сделать следующее. Оставил чистые яйца в этом инкубаторе. А этот инкубатор разделил. Убрал плохие яйца. Тут у меня все заплесневело. Слишком большая концентрация была плохих яиц. И я решил плохие яйца отдельно очистил. Блядь, должна вылупиться хамелеона. И она становится настолько тонкой и рыхлой, что мухи-горбатки откладывают яйца на яйца хамелеонов. И их личинки проникают внутрь яйца и убивают хамелеона. Вот поэтому большая часть яиц у нас погибла, к сожалению. Сегодня 3 января 2022 года. Вот началось вылупление. Вот мы видим один. Вылупился. Сейчас сил набирает, чтобы встать. Вот уже один встал и готов первому кормлению. Пересадил его в контейнер. Ждем остальных. По идее, даже в течение недели все вылупятся.